нас двое в комнате. Собака моя и я. На дворе воет страшная неистовая буря. Собака сидит передо мною и смотрит мне прямо в глаза. И я тоже гляжу ей в глаза. Она словно хочет сказать мне что-то. Она немая, она без слов, она сама себя не понимает. Но я ее понимаю. Я понимаю, что в это мгновение и в ней, и во мне живет одно и то же чувство, что между нами нет никакой разницы. Мы тожественны. В каждом из нас горит и светится тот же трепетный огонек. Смерть нахлынет, махнет на него своим холодным широким крылом, и конец. Кто потом разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек? Нет, это не животное, не человек меняются взглядами. Это две пары одинаковых глаз, устремленные друг на друга. И в каждом из этих пар, и в животном, и в человеке, одна и та же жизнь жмется пугливо к другой.